Что, мой хороший? Да, зайка, что-то у него с челюстью гниет, и изо рта гной идет. Что, моя солнышко, ты мой красивый ребенок, да. Вылечим твою мордочку, вылечим, вылечим. Мой хороший. Разберемся, что там такое, лишь бы челюсть, ребята, была хорошая. Маленький мой. Мой хороший. Да, мордочка, конечно, ужас. Да, сейчас к врачу поедем. Поедем, мое солнышко. Ты мой маленький. Ты мой красивый. Мое солнышко. Хороший ребенок. Да, я тебя сниму, маленький. Дай, мама тебя снимет. Вот так. Мои хорошие. Ничего. Сейчас поедем, вылечимся и найдем дом. Самый хороший. Покушали. Все, спим. Ты мальчик приехал к клинику, да? Эдди, Эдди, пойдем? Пойдем в клинику. Скажи, вот у меня морда болит, да? Ну, пойдем. Ну, такой средний. Морду разнесло. Там, скорее всего, что-то надо тоже перерывать, потому что прям с этой стороны. Видишь? Угу. Мне кажется, там гноится даже угу. Вот тут внутри. Облезло все. Тут даже наркоз зачищать все. Да, да, там они сидели, несколько подростков, может, зуб там. Может, кусанули, слюну, да. Слюну занесли. Ладно, посмотрим. Пойди. Собачки это дерматит, вот, ну может на фоне домодекоза то, что у него был, и гнойное воспаление. Сейчас мы антибиотикотерапию начнем, вот, и посмотрим, если все это спадет, просто антибиотики на месяц пропьем и все. Если же не будет, тогда будем брать цитологию, вот, отправлять в лабораторию. Ну сейчас в течение 3-4 дней, в принципе, будет видно, улучшение есть или нет.